Здравствуйте, мои дорогие зрители, мы с вами продолжаем проходить Half-Life Opposing Force, и на чем мы с вами остановились? Ну, я, честно говоря, уже и не помню, что-то несколько дней назад это все было, немножко так, да, замылилось маленечко. Ну, то, что я помню, это произошел каскадный капец, вот. Еще монстра какого-то нового увидел. Он немного похож на Вортигонта. То есть у него, по-моему, 4 руки было. И отростки на башке, еще какие-то на спине. И он такой в 2 раза больше даже, чем Вортигонт. Ну, чем-то смахивает. И чё? Тут есть какая-то дверь, но я так понимаю, тут я вижу вентиляцию. Поэтому я думаю... Нам надо вентиляцию, это же логично. Так, а я здесь... Отлично, я здесь смогу залезть. Так. Чё тут у нас? Так. Ой, зря. Так, присесть надо. А чё ты не хочешь? Не понял. Я же при... А, во. Застрял маленечко. Ну-ка, погодь. А чё, если я дальше пойду? Тупичок, понял. Либо туда можно спуститься, либо там. Ну давай попробуем. Чё тут интересно? Так, а я вернуться? Я могу вернуться, да? Ну это надо с приседанием. Ну, короче, да, я думаю, может быть, запрыгнуть сейчас. А! Черт. Погодь. Это так заскриптовано или... А чё там? Ну-ка, давай посмотрим. Может быть, здесь сюда не обязательно идти? Нету. А, ха, я понял. Ха. Так, а как мне теперь, если я... А, то точно. Блин. Там тупанул маленечко. Да ёкарный бабай, давай же. Иди. Так, быстрый сейф. Я думаю, это заскриптовано. Ну да. То есть, не важно, что я буду делать, я все равно упаду. А ладно, вы предлагаете мне по лампам прыгать? Я не очень... Я представляю, как здесь на Sega Dreamcast, блин, прыгать. Черт, я упал. Какой-то пиксель хайдинг. И чё дальше? Ну, залез я сюда, и чё? А, во. С приседаниями надо. О! В таком положении я еще никогда не хилился. Прикольно. Погодь. Не то нажал. Так, надо прицелиться. Черт. Мне довольно... А, блин, мне сложно прыгать. Почему-то тут такая инерция. Да что тут это, блин? Грёбаная раковина. Тут, короче, немножко прям надо вперед.
А потом, типа, мол, это, прыгать, чтобы прыгнуть дальше. То есть, если я прыгну так и немножко нажму, то есть я не сильно прыгну. А когда я нажимаю, иду прямо и прыгаю, как бы немного это, ну, непривычно, молясь. Обычно, когда ты прыгаешь, то ты что ж будешь делать? Ой, блин, что за фигня? Быть, не на ту кнопку нажал. Да ёкарный бабай, как? А чё это за фигня такая? В смысле? Тут типа нельзя как-то наступать? Хе-хе. Ага, это заскриптованная хрень. Окей. О! Воу. Чуть-чуть трясется. По-моему, мы что-то такое видели. Капец. Все трясется. Они работают нестабильно. В них огромное биение. Сюда, что ли? Ну, судя по всему, да. Спрыгивать? Как-то надо перепрыгнуть. А, я понял. Вот так. Тайминги. Интересно, что тут? А, страшно. Такое чувство, что туда надо. Но, по ходу дела, да. Сейчас я прыгну, и дверь закрыта будет, по-любому. Если еще допрыгнуть, и до нее можно. Эй, какого хрена? Грёбаная дверь. Он кусал, а я его. Это чё ещё было? Какие-то здоровые хрени. Боеприпасы для гранатомета? Что-то такое похожее. Ой, блин, да, я хорошо, что сохранился. Блин. А, зачем я? Капец. Я на ту кнопку нажал. Все придется заново делать. Ну ладно, это не беда. Даже проще будет. Вот так, отлично. Лестница будет. Ай, блин! Прибило маленько. Я хотел по лестнице аккуратненько спуститься. Ну, можно и так, ладно. Это вы издеваетесь? Типа по таймингам, или я могу тупо присесть? Ау. Ау. Понял. Это надо делать по таймингам. Блин, это не мое. Гоу, 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 гоу. Как? Я же прыгнул. А, наверное, надо было присесть. Давай. Хоча! Бой. И что дальше? Ну, как бы я. А, понял. О.
подозрительное место. Тут такое чувство, что будет много врагов. Воу. Я понял тайминги. Честно говоря, как будто какой-то G-мод. Типа это карта на выживание вот это есть. Что-то такое, да. А это быстрее. Сдохни ты. Оу! А! Погодь! А это что такое? Воу! Какой-то новый зомби! Смотри, какой здоровый! Он кидался какой-то хренью. Я думаю, это обычный зомби. Не, вряд ли. Блин, у меня патронов мало. Надо с дробовичком побегать. Воу-воу. Что за звуки? Чуть за звуки какого-то монстра, как будто. Ай, блин. Огоньком прижарило. И куда дальше? Чуть непонятно. А, вы хотите сказать, что туда мне надо бежать? Ой, блин. А, мазафака. Хе-хе-хе. Ай, говно, он кидается. Смотри, какие они свирепые. А ты чё там стоишь? Сейчас, смотри, смотри. Снайперю. Пистолетом. Ну хватит бежать так быстро. Это зомби эти. Ты что такой живучий, блин? Какого хрена? На! Это было прикольно. Капец. Это типа так от военных они мутировали или чё? Что такая кучка? Хрен поймешь. Но это новые зомби. Во-во-во, чё за звуки? Новый монстр какой-то. Чё за музон? Блин, боязно. И чё? Я, кажись, понял. Небольшой бум-бум надо сделать. Хе-хе-хе. Да? Если я правильно понимаю. А есть еще такие?
Воу-воу. Хм. Да, я был прав. Небольшой бум-бум. Так, сейчас я сохранюсь. Опа. О, опять этот говномет. По-моему, не попадаю. А, не попадаю. Ошибись. Так, давай поснайперим маленечко. Чего я? Что-то попал. Есть. Хе-хе. Так. Говномет. Ку-ку, блин, ты чё такой? С дробовика два раза выстрелил в тебя. А тебе хоть бы хны вообще. Ведь живучий, блин, сучата. А, я боюсь по этой штуке ходить. Я думал, это вода какая-то кислотная. Это на самом деле просто земля такая. Бум. Так, погодь. Угу. Ни хрена не видно все равно. О, человек. Он двигается, он живой. О, нычка. Так. Что-то мне не нравится. Я сейчас думаю, еще что-нибудь произойдет. И все? Я уж думал, тут что-то будет скриптовая фигня какая-нибудь. Сейчас какой-нибудь только мутант здоровый бы вылез. Я бы обсерился нахрен. Да, я думаю, что тут есть нычки. Прыгай. Тут ничего нету. Ау, зря я это сделал. Ну ладно. Ну-ка. Мне это нужно. Сколько у нас? Блин. 50 патронов. В магазине еще 50. Так. Ну ладно. Сейчас, в принципе, можно с пестиком походить. Вот это только перезарядить надо. Чтоб все заряжено было. Там, что ли? Обычно сзади. Когда слышишь этот звук, значит, надо оборачиваться просто на 360 градусов. Я подумал, он сейчас вот здесь появится, этот гребаный вортигонт. Но нет. А, вот это я могу штуку? А, нет, это... Во, это не та хрень? Кстати. Хм. Ног. Так. Что еще есть?
И все? А патроны? Столько этих, блин, переломал. Вы че? О. Хе-хе. Лошара. О, еще один. Ой, это что за эти? Как в этом? Как его пах... О, еще один. О, он еще и стреляет. Вот сукин сын. Еще один? Вы чего у вас так много? Хе-хе, прям точно. Между глаз. Я не договорил. Это, как его? На двух ногах. Чубрики такие, этот, дрожь земли 2, во. Ну, конечно, там у них башка такая была. А это типа без башки версия, без башки, но с глазами. Ух, черт. Какой быстрый! А он с глазами красными. Или это такой же? Да нет, такой же. Капец, у меня 4 патрона, надо это... Я аж обсерился маленько. Не пугай меня так. На тебе. Сколько у вас тут? Ну, все, кончились. Ну, хоть что-то есть. Так, у тебя патронов не было, да? Что-то как-то маленечко прям патронов. А если я еще раз нажму на кнопку? Ага, ничего не произойдет. А где есть куда? Что-то вообще такое чувство, что нет никакого выхода. Хм. А, во, сюда, понял. Ой, блин! Погодь. Офигеть, где я сохранился. Зашибись. Ох ты, сука. Давай, беги сюда, ублюдок. Ты... Ах ты, сучка, ты смотри, что творит. Ну все, это последний был. Так, сохранка. Я просто не заметил, что я подобрал гранатомет, блин. Сам себя взорвал. Но, кстати, выжил. Довольно странно. Так, на этот раз поаккуратнее надо. И все, больше ничего. Ну, хоть так. Неплохо. У нас теперь есть гранатомет. Эй, чувак, я тебя спас. I don't know what's worse. You soldiers under orders to silence the facility or these vile aliens. Aliens? Чужие? Может, ты меня можешь подлечить меня, нет? Не будешь? Ну и ладно. Ну, оставайся, давай. Воу. Какого хрена?
А, я понял, я понял. Так, а там есть еще? Нету ничего. Так. Погодь, я сейчас зафейлю по-любому. Лестница, это мы... Такое. Это как в Кунг-фу панде, блин. Самый мой, типа, враг — это лестница. Так, а что мне дальше делать? А-а-а. Все равно непонятно. А-а-а. Угу. По-любому всякие крокозябрики будут. Так, давайте на этом. На чеку будем. Алло? Есть кто? Все сломано. Так, а эти штучки будут там что-нибудь? Обычно в этих коробках пусто, но... На всякий случай, я думаю, стоит. Блин, патронов мало. Вот на дробовике хорошо. Так, я считаю, что нужно сделать сохранку. Автосохранение это, конечно, хорошо, но такая ручная лучше всего. То вдруг сломается еще. Ха, как заботливо, слушайте. То есть кто-то после каскадного резонанса сюда поставил, типа, осторожно, мокро. Я понял. Ладно, что, типа, паркур? Или я могу, ну, там... А. Я думал, паркуру, а это просто прыжки. Но все-таки... Ай-яй-яй. А, тут не обязательно. А куда дальше? Я отсюда пришел? Нет. А, понял. Тихо. Без этих приколов. Так, вот это лучше не трогать. Ничего дальше. Не говорите мне, что назад идти. Да, видимо, назад. Или здесь есть какая-то вентиляция? Обычно Valve, ну, редко возвращаются назад, типа. Но я попробую сходить. Сейчас туда сохранюсь. Здесь. Обычно редко стоит, ну, возвращаться. А, только... А, понял. Ну да, видимо, так и планировалось. Ух-ух-ух, это было близко. Наверное, все-таки надо вернуться. Что-то тут, наверное, отключилось. Поднялись вон те ворота. Нет? А куда тогда? Что-то мне не совсем понятно. Я, видимо, что-то пропустил. Наверное, какая-то вентиляция или... Или типа того. Блин, я еще из... А, я мог
Зачем? У меня же есть... не то, погодь. Автосохранение. Это что такое? Оу, это вообще не то. Это обучение. Что за фигня? Ой, это вообще далеко. Погодь. Во, пойдет. Что-то непонятно мне. Лифт же не опустится ни хрена, да? А, понял, где. Так. Ну ок. Чё-то я не понимаю, куда мне идти дальше. И что должно произойти было? А может быть... За ящиком, за этим? Что за фигня, блин? Нет. Куда дальше идти? Вопрос. Что за фигня? Там что было написано? Уровень какой? Уровень 2? Может быть, вообще вернуться надо? Да нет, бред. А, может быть, вот это взорвать надо? О, мы же взрывали что-то такое, было дело. Может быть, что-то нужно взорвать? У меня гранатки есть. Давай попробуем. Это мне не дало ничего. Чё-то я не понял. Я говорю, обычно Valve, это вот ты идешь только прямо, то есть ты редко когда возвращаешься назад. А это вы мне предлагаете вообще назад вернуться? Чё-то бред какой-то, погоди. Ну, закрыто, но, видимо, да. Видимо, вообще назад-назад прям. Ладно, давайте тогда сохранить игру. Новая. Сохраняшка. И мы попробуем. А может быть, что-то здесь надо? Да нет. Лифт вон. Так. Наверное, все-таки лифт. А может быть, лифт у того чувачка? У него же кнопка была рабочая. По-моему, у него была рабочая кнопка. Нет, тоже сломанная. Ладно, давайте вернемся. Вообще назад, прям. Прям вообще. Максимально назад. Чё-то, блин. Ну тут не открыто. Это уровень 3, а там уровень 2. То есть нам вообще на уровень 2 вернуться надо. Вот. 2. Какие тут могут быть изменения? Может быть, те ворота? Что-то?
Чё-то я не догоняю. Ай, блин, я упал. А я вернуться не могу туда. Чё-то я не понимаю. Это уровень 2. Вот она была, тут уровень 2. Я нажал на... Странная хрень. Может быть, что-то с этим грузовиком надо сделать? Чё-то я понять не могу. О, а тут можно залутаться. Вау, какие штучки. Но не до них. Может быть, надо как-то эту дверь взорвать? Ну-ка попробуем. У меня вариантов больше нету просто. Так, давайте новую сохранку. Есть вот такие штуки. Давай попробуем. А? Оу. Это вообще далеко. Так, а где моя... Сохранение новое. Какого хрена? Куда он делся? А, вот. Странно, нет, не работает. Куда идти? Я не понимаю. Чё-то я... Я, наверное, пропустил что-то. Куда идти, чувак? Ты можешь мне сказать? You know понял, ты бесполезен. As а наверх я больше... смотри! Я забыл про эту штуку! С веревками, это же веревка! Точняк! Смотри, чё, блин. Вот это да. Я тупо забыл про это. Прошу прощения за тупизм за мои. Ой. А, не, я всё правильно. Зато подобрал. Ну не было это в Half-Life в оригинальной. Я забыл про эти сраные веревки вообще. Капец, ну вообще, я так долго тупил. А вот это плохо. Какие-то звуки непонятные. Блин, тут придется. А, вот нормально. Ну, мазафака. Пересрал маленечко. По-любому монстр какой-нибудь будет сейчас под водой. А, нет, все нормально. Угу. Какие-то баррикады тут. Походу, кто-то такой сильный. Что ж... Эти, блин. Ой. Баррикады построили, блин. Что-то тут нехорошее. Живет. Давай, запрыгивай.
Да ёкарный папай. С этим проблемы у меня. Я не могу запрыгнуть. Какого хрена вообще? Прыгай давай, блин. Во, есть. Ну, не привык я еще. О. Криповенько. И куда дальше? Кажись, на эту трубу надо. А я думаю, кто дышит? Погодь. Смотри, какая пушка. А я думаю, что за фигня? И как? Что дальше? Вопрос. Я не могу сюда запрыгнуть. Смысл этого места было тогда? О! Как я сразу это не мог заметить. Нет, это не откроется. А куда? Ладно. Может, это ломается? В смысле? Может быть, взрывается вот эта хрень? Ну-ка, кинем гранатку. А, у меня идеи. Все. Погодь. Куда? Ты, блин, кубик Рубика. Искра из этих трансформеров, давай. Во, смотри. Нет? Да. Опять малям бы это. О, лучше этого не делать. Не издает звуки. Так, ну тут с присядкой. Хыч. Хыч. Оу. А я могу? Пролезть. Да, могу. Правда, что мне это даст? Аптечку только. Могу это подвинуть? Так, ладно, не могу. Хорошо. Что я еще могу здесь сделать? В принципе, больше ничего. Но если только попробовать все-таки как-то запрыгнуть сюда. Давай. Камон. Нет, это слишком высоко. А что если... Да нет, тупо. Откройте, мать твою. Такое чувство, что мне надо взорвать это. Кубик сюда протащить? Что-то такое. Ну-ка попробуем. Где моя гранатка? Поберегись! Слушай, я был прав. Но у меня немного прям это... Воу. Это от того ученого. Осталось. Черепушка.
Капец, сколько интерактива с этим, блин, кубиком. Куда ты поехал? Давай. Реально? Даже, ой, в первый Half-Life не было такого. Чтобы столько интерактива с одним маленьким кубиком. Да и ё, корный бабай, ты можешь встать поровнее? Маленечко. Вот, отлично. Да залази, сучка. Ох ты, сука. Это было просто неожиданно. Оу. Какой массажик его расслабляет. Так. Ой, не то, погодь. Ну как тебе массажик? Ему хорошо. Кайф. Капец, какой я добрый. Ай, меня током ударило. Тоже маленечко. Ну и зачем мне двери теперь эти открывать? Я был готов к этому. Чувачок. А там что? Это уже другая баррикада. Эй! Эй! Я могу это сделать. Запрыгивай. Где мой кубик? Кстати, кубик. Ну-ка попробуем. Самое главное его не просохатить. Суки, походу. Нифига. Разработчики, походу, поняли, что можно, типа, попробовать это сделать. Они умнее, походу, меня. Ну, кто не пробует? Давай, маленько прям осталось. Сучки, смотри, да? Специально так положили. Чтоб нельзя было туда. Ну ладно. Не так уж и хотелось. Так. When all the fighting started, I hid myself here. I don't think any of them above have survived. Well, the dimensional breach is definitely transmitting organic matter. Government cover-ups were not in my job description. Ой, что это было? Звук ВКонтакте. Какого хрена? Я, походу, браузер забыл выключить. И чё дальше? Я сделал... Да какого фига, блин? Так, ща, погодьте. Так, мы продолжаем. Что-то мы открыли. А что? Непонятно. И куда идти? Тоже не ясно. Но явно не назад. Это было бы тупо. Мы что-то открыли? Вот этой хренью. А, блин, опять это веревка. Понял, понял. Воу, это наши братки. Погодьте. Я залутаюсь.
Это я. Looks like somebody really screwed up, Corporal. Yes, sir. The brass bit off more than they can chew. Yeah, well, forget about Freeman. We've got to save our own asses. You with us, Corporal? Affirmative, sir. А чё вы не идёте? Guard duty, huh? I got your six. Ништяк. Смотри, у меня теперь есть маленький отряд. А как вы сюда попали? Вопрос. Натуре. Ну понял. Ну. А дальше куда? Сюда, может быть? Ой, блин. Я понял. Открывай дверь вот эту. Давай, чувак. Ты же можешь. Давай, сварщик. Глаза! Давай, глаза. Чего не сказал глаза? Какой-то неправильный сварщик. Я смотрю прям. Все. Глаза минус 30. Ну, выбивай. Давай. Капец, ты сильный. Иди сюда, ты чё тупишь? Погнали. Эй, пошли сюда. Иди сюда. Сюда, заходи. Еще. О, молодец. Ну ты и тупой, конечно. О. Нас будут ждать там. Готовьтесь. А, и я самый неприготовленный. Где? Погнали! Стреляй по ним! Ай! Перезарядка! Ай! Ай, блин, ну нафиг. Погодьте. Сейчас я настроюсь. Стреляй по ним! Куда ты, дебил? Охренеть вы, вообще. Черт, вы крутые ребята. Я думал, вы сейчас передохнете все. А вы нифига. Мощные. Давай, за мной. Бой. А чё вы за мной не идёте? Идём. Идём, не пойдёшь, что ли? Ну хрен с тобой, конечно. Но всё равно. Они не... Чё он делает? А, он дверь открывает. Черт, нас потери! Так, надо ему помочь, вдруг его сейчас тоже завалит. Что это? Так, жди меня тут. Я сейчас чекну, что тут. Ух, ё-моё. Перезарядка. Воу. Вас тут много.
Куничева. Японцы, блин. Куничева. Пушка. А, у меня полное здоровье. Да. Воу, 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 воу! Капец! А, блин, вали, 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 вали. Капец, их там много, и этот еще чубрик. По одному сволочи. Давай, иди сюда. Хе-хе-хе-хе-хе. По одному. А этот черт куда делся? Хм, убежал. А, я понял, и две... А, вот чё. Потому что я не пойду туда. Чем я его должен убивать? Давай прямо это. Сучки эти мухи. Вот сволочь. Не, ну у меня есть, конечно, гранатомет, но на него тратить что-то как-то не очень. По-любому я зря это делал. Вот по-любому. Чё-то у меня такое чувство. Хрена ты там, блин. Чё у тебя за завещание там? Свещание, точнее. Пец вас там. Давайте по одному. Да ну нахрен. Один патрон был? Сучка, смотри, что творит. Капец! Вы чё, блин? Патронов нет, я должен чем воевать? Капец их тут! Я могу. Не долетит. Но. Эй, какого? Прикольно. Воу, нифига. Чё пугаешься? Блюдок. О. А я был сзади. Капец. Давайте, наверное, остановимся здесь. Для второй серии достаточно. Ну, по счету, конечно, третья, но мы тренировочную комнату не будем считать за серию. Надо бы где-нибудь в побезопаснее место. Ну, тут где-то остановиться. Этот чувак там нас ждет. Okay, check it out.
там, ну и ори дальше. Да, патронов у меня просто катастрофически не хватает. Чем воевать буду? Хрен его знает. Ну ладно. 19 патронов в дробовике, я думаю, ножом потом повоюем. Капец какой-то. Так что на этом все. Спасибо за просмотр. Такая вот была серия. Такая, в принципе, нормальная получилась. Юморок такой своеобразный был. И на события. Игра пока меня радует. То есть, знаете, отличается немножко подход. То есть, Valve как? Нет столько интерактива. То есть, ты пододвинул ящик, ты запрыгнул, и все. Через только какое-то время нужно опять пододвинуть этот ящичек и запрыгнуть там в определенную какую-то там вентиляцию. То есть, это, ну, не так часто. А здесь прям реально ты довольно часто вот этот кубик аж, ну, сколько, 3 раза пришлось мне двигать. Ну, много интерактивы с предметами довольно-таки. То есть, ну, в принципе, неплохо. И вот эти вот веревки, я, честно говоря, забываю про них, потому что не было Half-Life их, просто-напросто в оригинальной. А вот тут вот очень часто этими веревками нужно пользоваться. И я постоянно забываю про них. И вот реально, если бы я не заметил эту веревку в последний прям момент, я бы, наверное, закончил серию еще там, где вот эта шахта лифта. И, наверное, вне записи искал бы вообще, куда идти. Но, благо, я заметил, вспомнил про эти сраные веревки. Да и молчи там, я дай серию закончу. Вот. Ну, в принципе, пока игра радует. Графически... Это Half-Life первая. Графически первая Half-Life. В настройках вообще можно, по-моему, я что-то слышал. Типа где-то даже HD вот эти вот. Так, прошу прощения. Я поменял настройку вот эту. Так, погодь. Вот эту настройку. Где это было? Это HD модели. То есть я все это время играл с HD моделями. Офигеть. То есть сейчас вот дарбаш вот такой. Здесь получается это у нас что? MP5, по-моему, да? То есть это были HD модельки. Хм. Так, а чем отличаются только пушками или что? Этот чубрик такой же. Ну да. Ну короче, тут... Ну да, вроде вертигон другой, слушайте. Вот тут давайте сейчас сохранимся. Я сейчас поменяю настройку, посмотрим, какой вертигон. Ну поменял я настройку. Честно говоря, что-то... Я не особо не вижу вообще особо таких... отличий. Но вроде... вроде чувак по графоне нести стал. Короче, оставим пока так, наверное. HD вот эти модельки. Хм. Ну вот, вот этот вот чубрик, он, да, изменился. То есть у него вот эта вот хрень была серая. И он сам из халвы первый. То есть такой более... еще такой за это... хромированный, блин. Ну да, наверное, с HD моделями будем играть. Хм. Прикольно. Прикольно, есть отличия. То есть тут чисто тут в моделях. HD, типа не HD модели. Только откуда они, вообще непонятно. Вот эти HD модели, ну это модель, в принципе, из халвы. А, он был немножко другой. Я сейчас могу даже попробовать поменять, и мы увидим различия. Ну вот, я, короче, поменял, и он вот такой стал. Хм. Такой же хромированный. Только маленечко другой. Более угловатый, что ли.
Я не знаю, с чем играть. С такими моделями? Или чё, блин? Чё-то я не понял. Но чувак более угловатый. Вообще HD-модели это более качественные модельки. Вот, вот такой чувак. Вот ты пошел. Не хочу посмотреть на тебя в HD. Ну-ка. Ну... Он такой же. Короче, я не знаю, с какими модельками мне играть. В принципе, и те классные. То есть, и те мне нравятся. Модельки. Хм. Ну, вот отличие в оружии, и вот он вот такой стал. То есть, я не помню, какие были еще тут. Но пока вот такие вроде отличия, вот HD и не HD. То есть, вообще, как бы, в дополнениях используются, по-моему, HD модельки. Потому что, допустим, в Blue Shift там уже HD модели. То есть, такие более проработанные используются. Ну, наверное, с HD это, скорее всего, более каноничные, наверное, будут для дополнения. Хотя вообще хрен его знает. Вот что он тут нам орёт? Вот что здесь? Вау, это капец. И все, тут больше нету ничего. Пошли назад. Ты мне нужен там. Странный чел. Пойдешь? Куда он делся? А, вот ты где. Идем. Он дальше не пойдет, походу, да? Окей, я закрою эту area. Moving out, Corporal. Немножко странные они какие-то. Пошли. Давай, давай, давай. Концовку нам нужна, концовка. Мы идем к концовке этой серии. Пошли сюда. Так не говори, что ты застрял. Давай, давай, давай. Вот, молодец, отлично. Короче, на этом все. Мы играем с HD моделями. Конечно, выбор, наверное, на вас. То есть, в принципе, пишите. Да хватит куничевахать там. Пишите в комментарии, с какими моделями мне играть. То есть, с HD или не HD модельками. Но вообще, по-моему, для более каноничной, наверное, все-таки HD выходили же. Для Blue Shift'а. Или я чего-то не понимаю. Или я чего-то не помню. Ну, короче, я... Ой, Blue Shift, Opposing Force. Ну... Я почитаю, короче, наверное, на форумах к следующей серии, какая более каноничные модельки. Но, в принципе, выбор... Да, на вас, наверное, ставлю выбор. Ну, в принципе, и на вкус и цвет. Все фломастеры, в принципе, одинаковые. Да, немножко отличия модельки, в принципе, и все. Но как бы вот это более, наверное, каноничный образ будет, потому что это же тот же самый монстр, который был в Half-Life, а это его моделька из Half-Life. Верно же? Это и она была? По-моему, такие были модельки в Half-Life 1. Поэтому... Хоть орать, задолбали. Короче, на этом все. Спасибо за просмотр и до следующей серии.